по всему городу, по Еревану начались акции неповиновения. Люди выходят на улицы, выходят на дороги, перекрывают дороги, показывают свое отношение к происходящему. Людей становится все больше. Протест переходит с сегодняшнего дня в круглосуточный режим. Он не будет ограничиваться митингами и столкновениями с полицией. Я уверен, что исходя из настроения народа, я могу сказать, как человек, который присутствовал в 20-м, 21-м, 22-м году во всех протестных движениях, сегодня отношение совершенно другое. Сегодня настрой людей и радикализация общества достигла невероятного предела. Я уверен, что в ближайшее время этот протест перенесет в намного более серьезный, и нам удастся освободить родину от предателя и врага Никола Пашиняна и его шайки.